Давайте вместе с вами сейчас уберем достаточно жирную поверхность, на которой копятся приготовки в различные жиры, оседают. Это на варочной панели. Насколько в кадре видно, здесь прямо такой достаточно сильный слой жировой. Вот он блестит, если так вот сковырнуть его, что ли, попробовать, чтобы было более заметно. Давайте посмотрим, как с ним справится наше средство пеноочиститель X-Foam. Смочим поверхность. Так, наносить пеноочиститель я буду непосредственно на губку и потом уже разносить по обрабатываемой поверхности. Это позволяет сэкономить средства, равномерно нанести его на всю поверхность и не разбрызгивать его на высоте по всей кухне. Так. Так. Раз. Сосредоточим. Так, наносим. Наше средство начинает работать. Оставляем буквально на минутку и вытираем. Прошло 30 секунд. В доступных местах разотрем его. Не видно пока, смотрим. Просто разотрем. Видим, как она уже убрала, в принципе, всю грязь. Так. Все, можно убирать. Все, весь жир удалили, средство полностью смыли, поверхность абсолютно чистая. Если у вас какие-то есть вопросы, оставляйте их в комментарии. Купить средство X-Foam от компании Ipex, пенный очиститель антижир, можно на Озоне, на Вайлдберрисе или по ссылке внизу в описании.